Одной из самых актуальных тем как в регионе, так и в нашем городе остается задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании жалуются на проблемы оплаты собственниками жилищных услуг. Долги за них растут, в то же время сами обслуживающие организации становятся порой должниками коммунальных служб. Задолженность жилкомсервиса за оказанные коммунальные услуги по воде составила более 120 тысяч рублей. В связи с этим было произведено отключение холодной воды на офисное здание 22 апреля. После этого 20 мая было выявлено самовольное подключение и было произведено повторное отключение. На сегодняшний день долг за оказанные коммунальные услуги по холодной воде составляет 206 тысяч рублей. Возобновляться услуга будет только после полного погашения задолженности. При этом отсутствие воды, видимо, не мешает сотрудникам жилкомсервиса работать в офисе управляющей компании, а рабочим заниматься благоустройством административной территории.